Чемпионство – цель, которую ставят перед собой многие команды в английской премьер-лиге. Нашли единицы, готовые к той ожесточенной борьбе, которую необходимо будет выдержать. Лишь немногие могут продержаться на всей дистанции, не потеряв лица и показать по-настоящему зрелищную игру. Трофеи способна добыть любая команда в определенный момент, выйдя на пик формы, и выиграть за сдавшегося лидера. Вот только чемпионство в лиге – премьер-лиге. Это совершенно другое. Тут 38 туров, в которые нет проходных игр, и из тура в тур нужно доказывать свою состоятельность. Есть множество способов добыть титул, обыграть прямых конкурентов, добывать очки с клубами не из первой шестерки, или набирать форму в определенный момент и по максимуму пополнять свой очковый запас. На деле получается, что титул приходит к тому, кто сможет выбрать одну из трех схем и по возможности выиграть другие игры. Ведь есть разные способы. Кто-то ставит на домашние игры или гостевые. Сейчас футбол стал немного шахматами, где тренеры считают и подсчитывают, чтобы Майе получилось итого больше, чем у остальных. Давайте посмотрим, например, нескольких представителей АПЛ, их результаты и перспективы. Арсенал. Видно, что канониры часто набирают очки с командами-середняками из низов. И не сказать, что подопечные Арсена Венгера стали домашней командой, как это было в начале 2000-х. Все помним поражение лондонцев на Эмиратах в первом туре от скромной Астон Виллы. План они выполняют прекрасно. Кроме как осечки с Виллой и ничьей с Уэст Бромом и Саутгемптоном в гостях, в принципе все остальные очки они забрали. Когда как матчи с прямыми конкурентами они проводят средний. Поражение обоим Манчестером, причем от синих было совсем все печально. Но дальше обыграны прямые конкуренты Ливерпуль, Тоттенхэм и ничья с Челси и Эвертоном. Все в совокупности приводит Арсенал на вершину таблицы. Многие говорили о неконкурентоспособности молодежи Венгера. А они с таким темпом набирают очки, что если все так пойдет, то уже к маю никто не сможет их догнать. Правда, есть еще февральские матчи с Баварией в Лиге Чемпионов, что заставит потерять очки Арсенал. И вопрос в том, как конкуренты воспользуются шансом. Еще не вполне понятна ситуация с Фордом. Конечно, Арсен будет нахваливать своих подопечных, ведь он не враг сам себе. Но откровенно говоря, мы ожидаем от нападающего лондонского Арсенала град голов. Ведь так было всегда, Анри, Адебайор, Ван Перси. Непонятно, что хочет француз от своих форвардов. Или он надеется, что все компенсирует полузащита. Бомбардир нужен команде. Вопрос, станет кто-то из уже имеющихся или будет кто новый. Но повторюсь, темп канониры взяли чемпионский. А мы посмотрим, будет ли он марафонный или только небольшой спринт. Манчестер Сити. В команду пришел новый рулевой. Задачи стоят высокие, нужно выигрывать все трофеи. Но пока Пеллегрини не знаком с реалиями английского чемпионата. И отсюда вопрос, как будет действовать команда в решающей стадии? Пока мы видим, что Сити разбирает прямых конкурентов в щепки. Только Челси умудрился обыграть их, но об этом позже. А пока на фоне Сити ни одна из команд верхнего эшелона не кажется боеспособным чемпионом. Вопрос в другом. Потеря очков Сити. Тут, конечно, обидно болельщикам. Когда команда не оставляет на поле Тоттенхэм и проигрывает Сандерленду или Кардиффу. Правда, я бы не назвал Сити грозой авторитетов. Тут больше домашняя команда, ведь все матчи с прямыми конкурентами они провели на Этихаде. Единственная игра из большой четверки с Челси была на выезде, и там умудрились проиграть. Когда как поражение от середняков были тоже в гостях. В начале сезона была просто катастрофа. Очень плохое выступление за пределом Манчестера. Но Boxing Day синие начали исправлять ситуацию, набрали форму. Вопрос в другом. В таком тотальном футболе, зрелищной игре, сколько продлится период пика формы? А еще матчи с Барселоной. И сказать честно, Сити и Арсенал выглядят главными претендентами вполне возможно. Вылет обоих Лиги Чемпионов уже в феврале. Уж очень сильные оппоненты. И все силы они могут бросить на чемпионат, когда как Челси и МЮ повезло жеребьевкой. На таких матчах, как Арсенал, Бавария и Сити, Барселона, я не буду категоричен 50 на 50. Челси. Тут Мауриньо и его талант делают чемпионами свои клубы. Уже видно, что аристократов лихорадит. Но они единственные, кто смогли обыграть Сити, пускай и не без помощи Харта и Настасича.
Плюс ко всему, Жозе начал считать. Не просто так. Он признает силу и форму оппонента и выходит играть откровенно на ничью. Или как назвать матчи с МЮ и Арсеналом. А потом, когда их футбол называют сухими, аристократы показывают силу на Ливерпуле, который даже Суарес не спас. Тем временем, Челси третий и от лидера всего 2 очка. Но тут видится проблема синих, это участие во всех турнирах. Плюс, учитывая силу Галатасарая, который выбил не кого-нибудь, а сам Ювентус из Лиги Чемпионов, но шансы выбить Челси крайне малы, учитывая состав и то, что Мауриньо находит игру. Но силёнок заберут немало. Вот в этом я не сомневаюсь, просто так Дрогба и Снейдер не отдадут игру. А это значит, что синим придется играть по 2 игры в неделю, значит потери не избежать, которые есть всегда. У Жозе есть такая глубина состава, что может просто не обращать внимания на усталость и давать отдых лидерам. Хуан Мата был игроком скамейки, потому он ушел в Манчестер Юнайтед. Какая еще команда может себе такое позволить? Ливерпуль. Подобечные Брэндона Роджерса, небольшой аналог Арсенала. Они набирают по максимуму середняками, вот только матчи с прямыми конкурентами у них явно не получаются. Хуже дела обстоят только у Манчестер Юнайтед, но об этом позже. Здесь и видится разница с лондонцами, отсюда и разные позиции в таблице. Правда, у Арсенала нет Суареса, который уже сейчас бьет рекорды и способен тащить команду по турниру. Плюс у красных нет еврокубков, так что проверка только по матчу в неделю. Ливерпуль способен навязать борьбу. Команды из низов они научились обыгрывать, на очереди прямые конкуренты. А мы посмотрим, как все закончится. Многие соскучились по тому Ливерпулю, который был кубковым бойцом, отлично играл в Лиге Чемпионов и устраивал по 4-4 с Челси и Арсеналом. Брэндон Роджерс – это тот человек, который способен вернуть красных в большую четверку. Вопрос только в том, если Ливерпуль четверки, кто лишний? Манчестер Юнайтед. Пойдем немного не по таблице, но без действующих чемпионов никуда. Да ведь это Манчестер Юнайтед. Кто не верит, что они будут до последнего участвовать в борьбе за чемпионство, тот лукавит. Да, ушел Алекс Фергюсон. Видно, что Мойс только знакомится с игроками и узнает их глубину и потенциал. Ведь вся молодежь – это труд Ферги. Но Мойс начинает и подтягивает своих проверенных игроков. Филани уже здесь. Так шотландец нашел талант Янузая, которому он испытывает доверие, но проблемы МЮ скорее всего связаны не с Мойсом, а в том, что пришел Дэвид в команду чемпион, где необходимо менять поколение. Много возрастных футболистов, да все с характером победителя. Но видно, что на глазах сдают Фердинанд и Видич. Евра не так часто бороздит бровку, как раньше, предпочитая оставаться в обороне. Еще непонятно, как Карик пишется. Он долго лечится, а годы его не жалеют. На корабле поменялся капитан, но еще нужно сменить паруса. И Мойсу предстоит делать перестройку. Видно, что он не так доверчив к игрокам сэр Алекс Фергюсона. Некоторые замены по ходу неудачных игр не дают в этом сомневаться. Не стал бы Алекс менять Карика и Клеверли вместе, да еще и в середине игры доверился. А тут Мойс подается эксперименту непривычному Манчестере. Вот только шотландец обладает одним качеством, присущим, наверное, только им. Он может довериться игроку, который заставит влюбиться его в себя, и он ищет. Вопрос только в том, будет ли МЮ ждать, пока Дэвид будет искать или перетаскивать Эвертон. Да и во многом решится судьба Мойса от того, как сложится ситуация с Руни. Слухи об его уходе и недовольстве уже крутятся давно и не безосновательно. Ведь даже в автобиографии Фергюсона он говорит об этом. Ну да ладно, все без спойлеров. Манчестер за счет характера может навязать борьбу даже на 2 фронта. Тоттенхэм. Темная лошадка, про которую в этом сезоне будут говорить. Тоттенхэм с Боушем и без него. Вопрос только в том, что на вырученные деньги были куплены многие футболисты, а из всех только Сальдата и великолепно проявившийся Паулиньо играли регулярно. Когда, как с уходом португальца, команда начала закручиваться на датчанине Кристине Эриксоне. Он уже забивает безумные голы со штрафных, делает голевые передачи и забивает ключевые голы. А что самое любопытное, все эти события уместились в 4 последних игры без Андре. Но шпоры становятся командой Вихрь, которая играет веселый и авантюрный футбол.
который пытался усмирить Андре Виллаш-Боаш, но в итоге усмирили его. Их игра очень напоминает амстердамский Аякс, который мог поиграть по всем статьям офсайдеру Селтику, а через неделю обыграть саму Барселону заслуженно. Неудивительно, что с отставкой Андре взор президента Тоттенхэма сразу пал на Дебора. Но голландец отказался, и теперь темная лошадка остается загадкой. Ведь непонятно, как они будут играть дальше, кто станет новым лидером, Бейл и Шоу, и кто такой Тим Шервуд, новый наставник Шпор. Действительно, получается, что как минимум 6 команд рассчитывают на четверку мест. 4 явно желают побороться за чемпионство. Нас ждет пир, в котором все может решиться в 38-х турах, где гол одного принесет титул одним и разочарование другим. О текущем сезоне в ВПЛ можно говорить часами. Но куда будет интереснее за ним понаблюдать, и в мае говорить, но кто же мог ожидать? Смотрите футбол, любите футбол.